Всем привет, меня зовут Анна Шевелева, и я хомстейджер. Хомстейджер – это маркетолог недвижимости, который с помощью декора, интерьера, правильной расстановки мебели и фотосета делает вашу недвижимость привлекательной для клиентов. Сегодня мы поговорим об очень важной теме – что делать, если квартиру нужно продать срочно? Торговаться? Ответите вы. Возможно, но у меня есть другое решение. И на примере этой квартиры я расскажу, как работает стейджинг. Ко мне обратился клиент с запросом продать квартиру быстро и желательно без торга. Она выглядела вот так. Это однокомнатная квартира в спальном районе в новом доме с ремонтом и частичной мебелью. И естественно, прежде чем приступить к самому стейджингу, мы сделали большой анализ, стоит или не стоит делать стейджинг. Кто наши потенциальные клиенты, а именно целевая аудитория? В какие сроки реализуется объект недвижимости и самое главное, окупятся ли вложения? И мы столкнулись с двумя важными нюансами. Первое. Это был последний этаж, дом четырехэтажный и лифта в доме нет. И второй момент. Аналогичных квартир продавалось много в этом доме, в соседних домах и вообще в районе в целом. Понимаете, такая классическая ситуация. Сдается жилой комплекс, квартир много, с ремонтом от застройщика и без, а также квартиры от инвесторов, которые между собой тоже очень похожи. Но посчитав все за и против, мы приняли решение делать стейджинг в этой квартире. Добавили некоторую мебель, текстиль, заправили кровать и сделали продающие кадры. И, возможно, вы заметили, что мы специально не ставили шкаф в этой зоне, потому что очень важно показать пространство для покупателя, которое он сам может заполнить. А именно эта зона прекрасно подходит для полноценной гардеробной комнаты. И эту фразу мы использовали в объявлении. В стейджинге есть одно важное правило. Каждая зона должна быть задействована. Даже обеденный стол. Мы здесь сделали специальную композицию для того, чтобы запустить ту нужную ассоциацию у клиента идеального дома. Показали зону отдыха на лоджии, использовали определенные цвета в интерьере, презентовали кухню, добавили детали, чтобы у клиента создать ассоциацию своего идеального дома, добавили текстиль и немного декора в ванную. Возможно, вы заметили, что вся квартира сделана в определенной цветовой гамме. Это все сделано не просто так. Это все направлено на нашу целевую аудиторию, чтобы создать ощущение уюта, теплоты и комфорта в этой квартире. И именно это будет выделять ее среди конкурентов. Сам процесс стейджинга занял примерно неделю. Расходы составили до 50 тысяч рублей. И квартира продалась за 2 недели дороже конкурентов на 200 тысяч рублей. Друзья, если вы, как и я, готовы посмотреть на возможности вашей недвижимости по-новому, я буду рада вам помочь. Вы меня всегда можете найти в социальных сетях, пишите, звоните.